Жалобы на некачественное отопление, которые были у нас в аэропорту сейчас, ликвидировано. То есть никаких жалоб нет, да? Как у вас будет организовано дежурство на автоматических отелях? Скорее всего, на этих четырех объектах, где аэропорт, ВОЗ у нас, 481-й квартал и Садовый, у нас будут стоять единицы. В случае, если потребуется, у нас еще есть дежурство на телефоне, что будут вызываться дополнительные люди. По котельной, по ТЭЦ, что у нас? По ТЭЦ у нас также ситуация нормализовалась, мы идем даже плюс в графике, поэтому проблем на сегодняшний день с подачей тепла нет. На праздничные дни у нас также организованы дежурные. Наша общая задача – максимально создать комфортные условия для жителей города в рамках новогодних праздничных дней. Поэтому здесь всем нужно очень внимательно и ответственно относиться. Я думаю, с этим проблем не будет.